Всем привет! Сегодня я вам покажу, как установить мод Divine RPG для Майнкрафта. Этот мод ставится только на уже устаревшие немного версии 1.47, 1.46, 1.45. Для начала вы скачиваете для вашей версии мод. Вот, у меня уже все скачано. Буду показывать уже готовое. Вот скачанный мод. Заходим. Архиватор WinRAR. Разархивируем файл jar. Вот, теперь у нас есть файл jar, которым мы будем пользоваться. Установку я покажу на чистый Minecraft 1.47 без всяких модов и всего остального. Он уже скачан. Ссылка будет на скачивание этой чистой версии под видео. Будет вот здесь под видео. Скачивайте эту чистую версию. У вас уже должен стоять Minecraft. Ну, в вашей версии. Дальше. Вот. Minecraft Jar – это скачанная чистая версия Майнкрафта 1.47. Дальше. Мы заходим в нашу папку с игрой Minecraft. Она находится по адресу ваше имя пользователя. В моем случае это админ. AppData, Roaming, и здесь находится папка Minecraft. У вас должны быть включено отображение скрытых папок в настройках, чтобы эта папка была видна. Также дальше заходим в папку bin. Здесь у нас есть оригинальный файл Minecraft jar, который у вас идет с игрой. Перед любыми изменениями обязательно сохраняйте свои сейвы, свои миры, ну, в какую-то другую папку. То есть копируйте и в другую папку в какую-то сохраняйте. На всякий случай, чтобы, если что-то пойдет не так, вы всегда смогли их восстановить. Так, далее. Далее мы заменяем чистой версии, которую мы скачали, копировать, заменяем тот файл, куда вы уже, возможно, ставили какие-то моды, еще что-то, и у вас поэтому мод Divine RPG не работал. Вставляем, выбираем копировать замену. Теперь у нас есть чистый файл без модов. Мы его открываем с помощью архиватора WinRAR. Вы его можете скачать, если он у вас еще не установлен. В другом окне мы открываем сам мод, уже разархивированный. Вот, теперь у нас справа это файлы мода, слева это файл Minecraft jar. Выбираем все файлы. Игра у вас должна быть выключена в этот момент, иначе файлы не скопируются. Переносим, копируем. Тут ничего не надо трогать, окей. Все скопировано. Закрываем. И запускаем. В зависимости от того, какая у вас версия. Лицензия или пиратка. В принципе, ну, та версия, которая у вас есть, ту запускайте у себя. У вас таких ярлычков может и не быть, а другие свои ярлычки. Ну, если это пиратка, вводите логин. Если лицензия, тоже вводите свой логин. У меня стоит такой лаунчер. Войти. Идет загрузка, немного подождем. Стоят, ну, несколько модов стоит. Minecraft Forge установлен.
Пишет 4 мода загружены. Заходим, смотрим, какие же моды у нас стоят. У нас стоит Minecraft Coder Pack, Forge Mod Loader, Minecraft Forge и Divine RPG, который мы только что скопировали и установили. Заходим, создаем новый мир. Включаем читы, чтобы показать вам, что мод установлен и все вещи работают. Создать. Ждем создания. И зайдем в инвентарь, посмотрим, установился ли мод. Для этого наберем команду. Так, набираем команду. И теперь заходим в инвентарь и смотрим. Да, мод работает. Добавилось оружие, материалы, броня и все остальное. В общем, вот так. Удачи вам в установке мода.